Дорогие наши родители, дорогие наши гости, наши друзья, папы, мамы, бабушки, дедушки, сестры. Вот сколько здесь знакомых лиц, все улыбаются. Мы очень рады вас видеть. Добрый вечер. Добрый вечер, наши любимые. Всякий раз, когда приходится выйти на сцену, естественно, сначала продумываешь про себя слова, которые скажешь самым взыскательным зрителям. Потому что именно вы отдали нам своих детей, именно вы нам их доверили. И слова были такие сначала, что вот сегодня у нас с вами будет концерт, на котором вы увидите будущее Домисольки. Потом я подумал и сам себя поправил. Это не будущее, это настоящее Домисольки. Это дети, которые уже очень многое умеют. И это дети, которые... Благодаря тому, что у них замечательные родители и чудесные педагоги, вырастут настоящими, большими, красивыми людьми. Спасибо вам, низкий поклон, за то, что вы доверили нам своих детей. Сегодня будут выступать в основном младшие группы Домисольки, но а из старших будет выступать театр моды и несколько групп. И вот мы хотим сказать вам, что эти младшие группы сделали очень много. Они прошли колоссальный путь за этот год. Я думаю, вы увидите разницу с тем, что было раньше и что стало теперь. Вы сшили им прекрасные костюмы, они такие красивые. Мы надеемся, что вы будете их встречать радостно, весело. Это же ваши дети, это же наши дети. Договорились? Покажите, как вы умеете аплодировать. Спасибо. Им это нужно, потому что многие из детей, вот, которые выступают сегодня, выходят на сцену просто первый раз. И когда они получают от вас энергетику, ваши аплодисменты, они выходят уже и знают, что сцена — это здорово, и что в следующий раз они будут еще лучше выступать. И еще хочу сказать, что на сцену выйдут все дети Домисольки. Вот практически все, кто занимался. И те, у кого получается, и те, у кого не очень получается. Но мы надеемся, получится в следующем году, или, может быть, через 2 года, или даже через 3. Поэтому будьте снисходительны. Это молодые артисты, маленькие артисты. Они могут и ошибаться, они могут что-то не так на сцене делать. Но они все стараются, они все работали, они все по-настоящему хотят понравиться вам. Итак, мы... Нет, еще одна. А, у нас одна страшная вещь. Да, очень важная. Она не страшная. Страшная. Значит, для родителей. Мы очень просим родителей, пока не закончится финал и не закроется занавес, мы все сидим на местах, хорошо? Никто никому не дарит цветы. Это у нас не принято. Ну, потом артистам, вот выступят артисты, потом дарят цветы. Закроется занавес, потом он опять откроется, и вот тогда вы можете дарить цветы. Договорились? Договорились? Спасибо. Идет финальная песня, и вы все слушаете ее, потому что артисты до конца должны допеть свою песню. Занавес закроется, они все это репетировали, и после этого откроется, не волнуйтесь, вы все подарите. И они ваши. Да. Итак, ну что ж, мы начинаем. Спасибо вам. Просто, жизнь идет просто.
просто. Просто считать весь мир простым и обычным. Просто идти всегда маршрутом привычным. Но найти свои пути. Да, порой не просто, 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 просто. На дорожной пылью звездный путь. Надо крылья распахнуть. Наш необыкновенный концерт открыли ребята из группы «Фасолька». И только сегодня, всего на один час, к нам заехали звездные ребята из группы «Си-2». Встречайте. Си-2! А познакомиться с веселым и смешным человечком нас приглашает группа Ми-1. Встречайте!
без плюшек. Ну а сам похудел килограмм на 200. 200 бубликов съел с пряниками вместе. 200 бубликов съел с пряниками вместе. Смешной человечек на крыше живет. Весеннего дождика нас прячут самые маленькие домисольки из группы «До один». Группа «До один». Ну а сейчас нас приглашают прогуляться по загадочным джунглям ребята из группы «Ре-2». Там песенки пела.
ваши аплодисменты. Группа «Редва». Ну а сейчас солистка домисольки Ира Уханова и ребята из группы «Ми-2» расскажут вам про доброго светлячка. Синий, но прозрачный паутине, серебристый светлячок, слабый хрупкий паучок, там, где упал небо синий, он летит куда не знает, да и знать он не желает, он летит куда несет. Важен сам ему полет, там, где купол неба синий. На него глядят коровы, куда верно не здоровы. Нам опасно, так нельзя. Свет кричит ему свинья, я-я-я-я-я-я-я-я-я. Там, где купол неба синий. Там, где купол неба синий, на прозрачной паутине, серебристый светлячок, слабый хрупкий паучок. И тому, кто проник в эту белую даль бесконечность, открывается там никому недоступная вечность, там, где купол неба синий. Ира Уханова и ребята из группы «Ми-2». Год назад средства массовой информации и мировая общественность были ошеломлены тем, что известная балерина Анастасия Волочкова запела. И помогли в этом артисты домисольки. В продолжении традиции весеннего шока на сцене Анастасия Волочкова и группа «Ля-2». Уже два дня подряд я сижу, рисую. Красок много у меня, выбирай любую. Я раскрашу целый свет в самый свой любимый цвет. Оранжевый. Оранжевое небо, оранжевое море, оранжевая зелень, оранжевый верблюд, оранжевые мамы, оранжевым ребятам оранжевые песни оранжево поют. Тут явился к нам домой очень взрослый дядя. Покачал он головой на рисунок глядя и сказал мне: ерунда, не бывает никогда. Не бывает. Оранжевое небо, оранжевое море, оранжевая зелень, оранжевый верблюд, оранжевые мамы, оранжевым ребятам оранжевые песни оранжево поют. Только в небе в этот миг солнце заблестело, солнце! И раскрасило весь мир так, как я хотела. Дядя посмотрел вокруг и тогда увидел вдруг
Оранжевое небо, оранжевое море, оранжевая зелень, оранжевый верблюд. Оранжевые мамы, оранжевым ребятам, оранжевые песни, оранжево поют. Эту песенку давно я ношу повсюду. Стану взрослым все равно, петь ее я буду. Даже если ты большой, видеть очень хорошо. Небо, море, зелень, верблюд, мамы, ребята, песни оранжево поют. Оранжевые песенки поют. Оранжевые мамы. Да. Анастасия Волочкова и группа «Ля-2». Дорогие друзья, очень рада, что с Доми Солькой мы вновь вместе. И сегодня такой прекрасный день. Я благодарю всех мам за то, что они подарили миру таких прекрасных созданий. И, конечно же, руководителям ансамбля Ольге Юдахиной и Ивану Жиганову за то, что они потрясающие праздники дарят детям нашей России. Вот. Спасибо, будьте счастливы. Оранжевые дети, пойдемте. Ваши аплодисменты. Анастасия Волочкова и маленькие домисольки из группы «Ля-2». Ну а наш необыкновенный концерт продолжается. И в свой большой веселый хоровод нас зовут группы «Ц» и «Форте». Аплодисменты. Такие у нас зажигательные пластичные артисты. Ну а сейчас о своих мечтах вам споют братья Авшалумовы. Встречайте. Встречайте.
Вот бы стать нам, друзья, выше папы ростом. Вечно детям нельзя то, что можно взрослым. Нам дают советы все, кому не лень. Лучше в нас кино пускали каждый день. Лучше бы утром не мешали детям спать. Вот была бы благодать. Шали детям спать, вот была бы благодать. Шали детям спать, вот была бы благодать. Вот бы стать нам, друзья, выше папы ростом. Вечно детям нельзя то, что можно взрослым. Нам дают советы все, кому не лень. Лучше в нас кино пускали каждый день. Лучше бы утром не мешали детям спать. Вот была бы благодать. Нам дают советы все, кому не лень. Лучше в нас кино пускали каждый день. Лучше бы утром не мешали детям спать. Вот была бы солисты домисольки Саша и Миша Авшалумовы. А на сцену уже летят домисольки из группы «Ре-1». Ваши аплодисменты, группа «Ре-1».
Ну а сейчас настало время узнать о секретах шоу-бизнеса, и их нам раскроют солистки театра Николь Мархуля и Нина Квирикашвили. Ты посмотри, что может быть на свете лучше, чем этот мир, что полон ярких огней. И только нам с тобой счастливый выпал случай там побывать, в чудесной этой стране. Да-да-да, в той стране, где музыка и танцы всегда, в той стране, где каждый житель — это звезда. Попадают песня, и мы жить и строить помогает. Там всегда поклонники, улыбки, цветы. Там всегда наряды неземной красоты. Там все со всеми дружат и искусству служат. Да-да, ой, как мы хотим туда. Кто-то поет, как Бог, а чьи-то клипы лучше. Чем берет талант, тут важен любой, талант тут важен любой. Но среди звезд, чтобы не выглядеть как чучела, нужно следить за собой, за собой. А значит, сладкого мучного и варенья не есть, только лишь на фрукты и на овощи сесть. Это шоу-бизнес, тот, который звезд способен делать из нас. В той стране, где музыка и танцы всегда, стану я звезда, я тоже стану звезда. Одноклассницы от счастья зарыдают. Та страна, которая нам снилась не раз, где звучат и поп, и рэп, и солнечный час. Там все процветает, там всего хватает. Там-там не хватает только нас. Там-там не хватает только нас. Там-там не хватает только нас. Начинающие звезды шоу-бизнеса Николь Мархуля и Нина Квирикашвили. Будьте осторожны, на сцену уже рвутся наши итальянские утята из группы Ми-1 и Ми-2. Thank you.
Ваши аплодисменты нашим утятам. Я надеюсь, они вас не пощипали. Ава Мария. Исполняют Виталия Коновалова, Глеб Пурис, Иван Нарубанова и группа «Ц». Ну а сейчас для вас поют ребята из группы «Ц» и большой друг Домисольки Диана Гурцкая. Деды, что путь прошли великий до победы. Спасибо вам за мир над головой. Спасибо вам за счастье и покой. Пусть салюты гремят, пусть оркестры трубят, пусть на солнце знамён. С нами вы навсегда, пусть сияет победы звезда. Спасибо вам, родные наши деды, за ваши, за душевные беседы, за песни о дороге фронтовой, о чести и о славе боевой. Пусть салюты гремят, пусть оркестры трубят,
победы звезда. Диана Гурцкая, ваши аплодисменты. И очаровательные домисольки, мои самые юные друзья. Мы спели песню о победе. И эту песню написали замечательный поэт Иван Жиганов и потрясающий композитор Ольга Юдахина. Ребят, все аплодисменты сегодня для вас, потому что вы создаете то, что здесь творится. Это чудо, это сказка. Ну что ж, будьте счастливы. Диана Гурцкая и группа «Ц». Ваши аплодисменты. А в свою волшебную сказку нас приглашает театр моды «Домисолька».
такие фантастические образы создает наш театр моды. Ваши аплодисменты! Будьте осторожны. На сцену выезжают юные автолюбители из группы «Б». И песня «Автомобили», я думаю, эта песня посвящена нашим любимым московским пробкам. Ну а наш концерт продолжается. И хочу сказать, что если вдруг у вас когда-нибудь плохое настроение, зовите смело группу «Ми-2», и от грусти не останется ни следа. Встречайте! Yeah.
Ваши аплодисменты. Веселая зажигательная группа «Ми-2». Ну а сейчас про любимого всеми сказочного героя споют Никита Ли, Лиза Бурис и Диана Хамиева. Встречайте! Ваши аплодисменты нашему Буратино, Мальвине и Коломбине. Ну а следующую песню знают наверняка все без исключения, поэтому подпевайте группе Ре-2 и Маше Шумиловой. Аплодисменты группа Ре-2 и Маша Шумилова. Всем мамам посвящается. Поет Артур Маргарян.
когда над городом раскинет крылья тьма, за облаками спрячется луна. Когда задернуты все шторы на огне, я с мамой тихо говорю во сне. Ты знаешь, мама, я во сне мечтаю о доброй и таинственной стране. И видишь, мама, я над ней летаю, как птица в ярко-синей вышине. Прикоснуться можно чудесам. Мама, мама, ночью тихо подойдет. Мама, мама, колыбельную споет. Мама, грусть растает и печаль пройдет. Всегда. Но видишь, мама, я уже взрослею, мне не страшны ни ветер, ни пурга. Ты не волнуйся за меня напрасно, когда ты рядом, на душе светло. Когда ты рядом, мне совсем не страшно, и в доме в нашем тихо и светло. Мама, мама, ночью тихо подойдет. Мама, мама, колыбельную споет. Мама, грусть растает и печаль пройдет. Мама, ты все поймет. Мама, грусть растает и печаль пройдет. Мама, мама, все простит и все поймет. Когда над городом раскинет крылья тьма, за облаками спрячется луна. Когда задернутый все шторы на огне, я с мамой тихо говорю во сне. Артур Маргарян. Песню «Мама» написали тоже художественные руководители нашего замечательного театра Ольга Юдахина и Иван Жиганов. Ну а наш концерт продолжается, и очередной сюрприз для всех зрителей подготовила группа «До-2». Она исполнит поучительную песню вместе с любимцем всех детей Пьером Нарциссом. Встречайте! Далеко, далеко.
Пьер Нарцисс и группа «До-2». Дамы и господа, если можно, аплодисменты погромче для этих детей. Еще громче! И, конечно, прежде чем мы идем, я бы хотел еще аплодисменты для педагогов, все, которые работали с нашими детьми. Давайте аплодисменты. Спасибо вам большое. И раз! Направо! Пошли! Представляете, вчера ребята из группы «Ля-2» устроили дома настоящий разгром. Но пусть об этом они расскажут сами. На сцене группа «Ля-2». Наши шалуны из группы «Ля-2». Аплодисменты! А на сцену выходит солистка домисольки Настя Дианова и группа «Фа-2». Своя судьбина не всегда стучала костяной ногою. Я была когда-то девочкой егою, и досталась мне от матери в наследство очень трудное, сказать по правде, детство. В этом детстве
где бабки не было дано, ни подружек, ни игрушек, ни кино. А в кино сниматься я всегда хотела, на артистов с лютой завистью глядела. Но никто души моей не понимает, и детишек мною бедною пугают. И детишек мной пугают, и детишек мной пугают, и детишек мною бедною пугают. Пой, гитара, о судьбе моей пропащей. Ведь снимаюсь я в кино в дремучей чаще, ошалев от проживания одинокого. Жду я чувства настоящего, глубокого. Жду царевича хоть конного, хоть спешего, а кругом одни кикиморы. Да лешие долгожданного бы как родного встретила, обогрела, приголубила, приветила. После баньки угостила кулебякою, а приходится быть злыднею да пякою. Нет в характере ни злобы, ни агрессии, ни душою я яга, а по профессии. Ни душою я яга, да не душою я яга, не душою я яга, а по профессии. Если зла не буду делать и брыкаться, с кем же добрый богатырь пойдет сражаться? Если я не зашиплю страшнее кобры, кто поймет, что храбрый принц не злой, а добрый? И живу я, как яга, и прячу чувства ради жертвенной любви к киноискусству. А в кино сниматься я всегда хотела, на артистов с лютой завистью глядела. Но никто души моей не понимает, и детишек мною бедною пугают. И детишек мной пугают, и детишек мной пугают, и детишек мною бедною пугают. Самые обаятельные и привлекательные бабки-ёшки из Довисольки под руководством Насти Диановой. Девочки, за мной! Ну а сейчас пришло время размяться. На зарядку всех нас приглашают группы С и Б. Аплодисменты! Заваляйся, если хочешь быть здоров, постарайся позабыть про докторов. Водой холодной обливайся, если хочешь быть здоров. Мы встаем, лишь солнце тронет нас своим косым лучом. Рассчитайся по порядку, снова солнцу, снова солнцу улыбнись. На зарядку, на зарядку, на зарядку, на зарядку становись. На зарядку, на зарядку, на зарядку, на зарядку становись. Любо утречком размяться и нырнуть поглубже в пруд. Потом, друзья, не взяться за учебу, за труд. Рассчитайся по порядку, снова солнце улыбнись. На зарядку, на зарядку, на зарядку, на зарядку становись. На зарядку,
группа «С» и «Б». Все артисты домисольки немного волшебники. О своих первых шагах в мире магии расскажет солистка театра Яна Мисиченко и группа «Си-2». Аплодисменты нашим юным волшебникам из группы «Си-2». Дети 21-го столетия, начался ваш новый век. Неужели вечно не ответит на вопрос согласия человек? Две души, несущихся в пространстве, полтораста одиноких лет. Мы вас умоляем о согласии, без согласия смысла в жизни нет. Oh,
Аллилуйя возлюбленной паре. Мы забыли, бронясь и пируя, для чего мы на землю попали. Аллилуйя любви, аллилуйя любви, аллилуйя. Наш концерт подходит к концу, но он никогда бы не состоялся без активного участия в его подготовке сотрудников театра. Администрация: Анна Урывская, Ольга Павлова, Андрей Мильграм, Людмила Белова, Елена Ситникова, Константин Дрегер, Михаил Дагаев, Виктор Шалыт, Маргарита Клевакина, Владимир Ярыгин, Ольга Полькина, Ольга Макеева. Каждый день нашим юным артистам помогают педагоги-организаторы Лия Савина, Рима Меликситян, Алла Рощенко, Татьяна Дрегер, Галина Панферова. На занятиях у рояля концертмейстеры Наталья Воронцова, Арина Сигитова, Анна Грот и Александра Соколова. И, конечно, наши юные артисты никогда бы не справились без самых лучших в мире педагогов театра. Театр моды. Нина Тагиева, художник по костюмам Людмила Терешина. Актерское мастерство и режиссура Валерий Шевченко, Елена Никифорова, Евгений Глазов, Антон Михалев. Хореография: Борис Макашов, Ольга Головина, Вячеслав Ильин, Татьяна Попова, Людмила Семенова, Наталья Султанова. Сольфеджио: Светлана Гусева, Евгений Терегулов. Вокал: Елизавета Рубимова, Елизавета Макеева, Мария Кац, Жанна Кипелова, Анастасия Александрина, Наталья Башидзе, Ольга Фомина, Ольга Буренкова, Елена Цуцева, Талия Шевцова, Елена Назаренко и Ирина Сафронова. Художественные руководители театра Иван Шиганов и Ольга Юдахина. Мы благодарим всех, кто помогал и помогает нам создавать самый детский в мире детский музыкальный театр «Домисолька». Наш концерт подошел к концу. Мы прощаемся с вами. До новых встреч и до новых необыкновенных концертов.